Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Став команды хозяин. Ну что, оправдывает себя такой выбор тактики? Самый главный вопрос, как команда будет переходить из обороны в атаку? Это любопытно. Став команды гостей. Сильное нападение, быстрые фланги, надежная оборона. На расстановке все именно так. Посмотрим, как будет на деле.